Что будет, если смеяться по 10 часов в день? Тебя можно будет рассмешить, показав даже один палец. Ты, возможно, будешь гением, потому что люди с хорошим чувством юмора имеют повышенный интеллект. Ты будешь меньше болеть, так как смех защищает от заболеваний лучше любого доктора. Самые опасные профессии в мире. Каскадер. Основные направления деятельности – это работа с огнем, высотные падения и прыжки с парашютом. Шахтер. Основной процент смертности приходится на неожиданные взрывы в обрушениях в результате сдвигов горных пород. Укротитель хищных зверей. Говорят, что укротителям нельзя показывать свою слабость, иначе животные будут воспринимать укротителя как жертву. Четыре продукта, которые запрещены в Америке, а весь мир Продолжает их есть. Возможно, что ты что-то ешь из этого списка, а американцы этого даже не пробовали. Киндер сюрприз: в США запрещено класть в продукты несъедобные вещи. Канина. Многие едят конскую колбасу, а в Америке ее просто невозможно купить. Энергетики. Американские ученые пришли к выводу, что они вызывают привыкание. Непастеризованное молоко. Они считают его небезопасным и в магазине такое не купишь. Что было бы, если если бы ты все знал. Ты бы знал в лицо все 8 миллиардов людей. Ты бы знал все языки мира и смог бы спокойно общаться на любом языке. Также ты бы знал в том числе и язык животных и смог бы общаться с животными. Ты бы был самым богатым и известным человеком на земле. Ты бы знал о том, что о тебе думают другие люди и избирательно бы подходил к выбору своей компании.